Овочевий бізнес – один з важливих сегментів агропромислового комплексу, який динамічно розвивається. Цей вид підприємництва є найбільш доступним для виробників різних категорій. Вкладаючи кошти, овочівники очікують отримати зиск, проте успіх багатьох наразі залежить лише від удачі. Теперішнє производство, особливо в Херсонській області, схоже на казино. Є фішки, у кожного производителя є своя фішка. Ціна фішки різна. Кто-то играет простыми, кто-то золотыми фишками, кто-то выращивает на 20 гектарах, кто-то садит 2000 гектаров, кто-то рассчитывает получить из этого, предположим, 5% дохода, валового дохода, кто-то собирается увеличить свой капитал в 3 или в 4 раза. Да, такие годы существуют. Мы можем вспомнить с вами сезон 2010-2011 года, когда цены были настолько заоблачные, что доход, скажем, от производства капусты был 400%. Мы можем вспомнить сезон 2011-2012 года, когда лук стоил 35 копеек и не был никому нужен. Я в это время жил и работал в Каховке, и на моей памяти была целая череда проблем, связанных с тем, что люди не могли рассчитаться с долгами, не могли отдать кредиты, особенно частные кредиты, и это превращалось в огромную и проблему, і угрозу. Тим не мені, як та мельниця, вона кожен рік привлікає нових людей. Стихійність виробництва і, як наслідок, перевиробництво тієї чи іншої культури – на сьогодні характерна ситуація на ринку свіжих плодів та овочів України. І найбільш поширена проблема – куди і кому продати вирощене. Найбільша біль цього часу, найбільша біль отраслі свіжі овочі, фрукти – вирощування производиться для того, хто приїде і, може бути, купить. Очень страшно, когда ты ждешь, и никто не приезжает. Очень страшно осознавать, что то, что выращено, то, что забрало достаточно много усилий, а самое главное – средств, не будет востребовано. Очень страшно понимать, когда на внутреннем рынке происходит перепроизводство, терять свои деньги. И основная задача для всех участников – понимать, что бизнес – это когда на том конце провода, на том конце цепочки есть определенный покупатель. Его желания, его требования, его ожидания от товара, они вполне осязаемы, они достижимы. Просто требуют определенных усилий. Если говорить о бизнесе свежих овощей и фруктов и представить его в виде пирамиды, то на верхушке этой пирамиды будут покупательские предпочтения, покупательские ожидания, канал сбыта, куда продаем. А в основании будет как раз ресурс, сырье. И приступая к любому бизнесу, важно понимать, куда продавать. Не наоборот. Не я выращу, а потом продам. А куда я продам и что я выращу. Последние 5 лет бизнес свежих овощей и фруктов – это мельница, в которую каждый год вовлекаются новые люди, теряют деньги и уходят. Проблема одна – куда продать? Что делать с тем, чого много. Херсонщина посідає перше місце в Україні з виробництва баштанних, лідер з вирощування персиків та нектаринів. Найбільше у південному регіоні вирощує яблук. Зросло виробництво ягід. Суниці садової за 10 років у 30 разів, малини за останнє десятиліття у 10 разів. Найгірші показники регіону і в овочівництві. Лідер з виробництва цибулі, рекордсмен за темпами росту урожаю моркви серед інших областей України, лідер з виробництва сезонних овочів. 30% всього виробництва томатів в Україні зосереджено на Херсонщині. Область перша у вирощуванні огірків, перцю та баклажанів. На цьому тлі надзвичайно важливо виробникові від самого початку розробляти бізнес-план з урахуванням потреб ринку і куди буде реалізована продукція. Во всьому цьому процесі, зв'язаний зі свіжими овочами і фруктами, руководящую роль має той, хто покупає, той, хто платить, той, хто хоче почувствувати знайомий вкус. У кожного з нас є вкус, знайомий з дитинства. Вкус мандарина на Новий рік. Вкус сочного арбуза в августе месяце, вкус молодого картофеля с укропом в мае месяце. Каждый сезон имеет свой неповторимый вкус, связанный с нашими желаниями, с нашими событиями жизненными. Это все наши с вами свежие овощи, фрукты окружают нас каждую минуту, каждый год. И та надежда, которая есть, это понимание тем, кто выращивает, кто купит. Не просто потому, что я хочу отдать, потому что у меня это есть,
а понимание того, кто будет покупателем. Рынок свежих овощей и фруктов специфичный. Важливую роль відіграє холодна логистика. Холодная логистика – это цепочка. От момента, когда плод, продукт, овощ покидает свое место, где он рос, где у него были зеленые листочки, до того момента, когда он придет к потребителю. И основная задача холодной логистики, чтобы этот продукт не изменил свои свойства. Говоря о холодной цепочке, мы говорим о температуре. Не секрет, что в холодильнике плюс 4. Плюс 4, да? Плюс 4, более того, современные хорошие холодильники не позволяют пользователю регулировать температуру в одном из отделений. И оно предназначено как раз для свежих овощей и фруктов. Именно для них. Плюс 4. Почему же плюс 4 так важно? Мы с вами имеем такой небольшой график, картинку. При температуре ниже 4 развитие патогенной микрофлоры, развитие тех грибов, тех спор грибов, которые способствуют процессу гниения, оно существует, но оно не настолько интенсивно. Выше 4 само по себе рост этой патогенной микрофлоры такой стремительный, что наши продукты портятся. Особенно овощи и фрукты. Самое сложное в этом понять, что у овощей и фруктов практически нет границы, относительно которых они не могут быть использованы в пище. В мясе все сложнее. Если мясо пропало, с ним ничего нельзя сделать. Оно просто опасно для здоровья. В овощах и фруктах можно обрезать, можно сварить, можно перекрутить на мясорубку, можно что-то приготовить. Но для того, чтобы что-то употреблять в свежем виде, кушать вкусную сливу, вкусный арбуз, сладкое, нужно сначала быстро охладить, зайти в зону ниже 4, и потом на протяжении всего процесса транспортировки до конечного потребителя работать в этой зоне. Эта зона как раз и есть зона холодной цепочки. Важно, очень важно это понимать. У меня есть волшебная картинка. Клубника, которую охладили, и она прожила до прилавка 7 дней, и на прилавке еще 3 дня. Мы можем посмотреть, как она выглядит. И та, которую не охлаждали, которую при комнатной температуре убрали, коснулись руками, потрогали ее. Наши руки тоже несут отпечаток, в том числе и того, что мы трогали до этого. Она начала быстро портиться. Холодная цепочка – это всего лишь возможность увести дальше и принести к потребителю тот продукт, который будет съеден свежим, не переработан, не сварен в соке, а именно свежим. Я не могу сказать, что холодная цепочка – панацея от всех бед. Есть одно из правил, очень распространенное, о котором говорят все люди, работающие в так называемом овощном мире. Холодильник – не больница. Наши фрукты и овощи, если какими они зашли в холодильник, они могут стать немножко хуже, а могут резко потерять свои качества. Поэтому, говоря «холодильник – не больница», мы понимаем, что стоит холодную цепочку применять к тому, что качественно. И никакого смысла не имеет ложить что-то, что, скорее всего, не будет куплено на том конце цепочки. Сам по себе фруктово-овощной мир, мир, который находится за пределами нашей страны, он просто огромен. Огромное количество контейнеров, судов, траков перевозит свежие овощи и фрукты, создавая рабочие места, создавая возможность для семей получать доход достойного уровня. В нашей с вами стране юг Украины – это то место, в котором большинство сел не имеют другого дохода, кроме выращивания свежих овощей и фруктов. Допомогти дрібним та середнім виробникам, як найефективніше вести свій бізнес на сучасному рівні, покликаний український проект бізнес-розвитку «Плодовочівництва». Цей проект є міжнародною підтримкою українським селянам від народу Канади, фінансується урядом цієї країни і реалізується Меноніською асоціацією економічного розвитку МЕДА у партнерстві з Ізраїльським центром міжнародного співробітництва МАШАВ. Кліматичні преимущества юга України, їх нікуди не убрати, їх не забрати. Це те, що сложилось по воле высших сил, так и есть. И фактически наша с вами земля – это фабрика. Фабрика, которая доступна нам с вами, для производства свежих овощей и фруктов. Вопрос отношения к ним, вопрос отношения к самим себе. Само по себе понимание того, чего мы хотим получить на выходе, на кого ориентирован наш товар. Крупные инвестиционные проекты, люди, работающие в этом бизнесе,
они не всегда, именно в финансовом бизнесе, не всегда понимают сложности, связанные с овощами и фруктами. Мне приходилось встречаться с людьми, которые говорили, выращивание лука – это не строительство ракет. Здесь нет ничего сложного. Оказывается, для того, чтобы положить лук на хранение, для того, чтобы он был качественным и соответствовал общепринятым европейским правилам, нужно иметь понимание всех процессов. Оно не приходит за один год. Пробы и ошибки, пробы и ошибки, пробы и ошибки. И только на пятый, шестой, а то и седьмой год появляется то, что называется бизнесом. Поэтому ждать быстрой отдачи, ждать, что за 2-3 года можно сделать качественный скачок, к сожалению, не приходится. Но даже сейчас, на существующем уровне развития, с теми мероприятиями, которые проходят, есть группы людей, очень правильно и полностью понимающих, что будет происходить дальше, как будет развиваться бизнес свежих овощей и фруктов. Підтримка Канади і українського агровиробництва через реалізацію проєкту «Бізнес-розвитку плодовочівництва» дає змогу українським сільгоспвиробникам набути необхідних знань, ознайомитися з новаціями в плодовочівництві, ягідництві тощо. Проєкт працює з тим, щоб уйти в какой-то мере от старого советского наследия, когда хрущевская программа шестисоток живет и процветает уже в 21 веке, когда, скорее всего, плодовочный бизнес – это не бизнес, а хобби. Немножко для себя и что-то на продаж. Так выглядит бизнес сейчас. Изменить это положение, найти людей, для которых этот бизнес в приоритете, основной источник дохода, кто понимает законы свежего рынка, кто, находясь на другом конце телефонного провода, очень четко может понять заказ покупателя, создать его и отправить. Именно такая задача проекта. Ринок свіжої плодовочевої продукції України має значний потенціал. Своєрідною золотою акцією для країни є експорт цієї продукції. А це, відповідно, нові канали збуту і подальші можливості для розвитку галузі. Україна – одна із стран бувшого Совєтського Союзу, яка всерйоз задумалась о свіжих овощах і фруктах, як о бізнесі, орієнтованому на внутрішній ринок. Похожая ситуация и у наших северных соседей, похожая ситуация в Азербайджане, в Армении, в Грузии, в большинстве стран. Свежие овощи и фрукты – это предмет прежде всего экспорта. Существуют страны и континенты, в которых нет таких погодных условий. Существуют страны и континенты, в которых нет таких вкусов. В конце концов, конечный потребитель всегда платит за ожидаемый вкус. За то, чтобы его ожидания не были обмануты. Когда мы с вами покупаем зеленое яблоко, то, скорее всего, мы рассчитываем, что оно будет крепким, сочным и кислым. Правда? И очень расстраиваемся, когда оно оказывается сладким, песочным и неприятным. Нельзя идти на компромисс с тем, кому мы продаем товар. Нельзя работать на всех этапах с сырьем. І тут надважливу роль відіграє впровадження існуючих та перспективних технологій в умовах українських реалій, де холодна логістика повинна сприйматися як локомотив змін, а не похідна існуючої торгової практики. Холодна логістика критично важна для свіжих овочів і фруктів. Само по собі поняття важно для определення розстояння, на яке може уїхати продукція. Якщо ми говоримо з вами о короткому розстоянні, сегодня собрали, утром на рынке, вечером у потребителя на столе, все кажется просто. Если мы с вами хотим превратить это в бизнес, если мы хотим с вами работать не непосредственно с каждым покупателем, а работать с такими каналами сбыта, как торговые сети, работать с такими каналами сбыта, как экспорт, мы должны понимать, что наш с вами продукт от момента, когда его уберут, до момента, когда его получит конечный потребитель, будет иметь как минимум неделю, а то и больше срок жизни. И для того, чтобы это было доступным, чтобы это произошло, нужно как можно быстрее после уборки его охладить. Холодна логістика України 2016 – тема конференції, яка відбудеться в Одесі на початку серпня. Очень важно понимать, что участники этого мероприятия – это партнеры МИДы в масштабах всего мира, это Global Cold Chain Alliance – американская организация, которая объединяет в себе 1300 различных предприятий, работающих в холодной цепочке. И эксперты этой организации примут участие и смогут ответить на вопросы украинского бизнеса,
смогут в какой-то мере устранить барьеры, которые возникают сейчас между потенциальными инвесторами и новыми проектами.